Всем доброе утро, друзья. Отправила Лену в школу. Вон она идет. Повернется, помашет или нет? Нет. Забыла. Пошла в школу. Я ей написала сегодня записку, чтобы с физкультуры с последнего урока ее отпустили. Так как у нее концерт в музыкальной школе. Чтобы успела переодеться, добежать. Вот такая солнечная классная погода у нас сегодня. А я все продолжаю стирать. С того момента, как с дачи привезли огромный мешок белья. Это уже у меня третья стирка. Я уже тут даже на полу складываю. Ну, это вещи на дачу. Потому что уже некуда ложить. Еще одеяла эти огромные. Короче, третья стирка уже. Еще впереди, я так думаю, будет две. Это дачное белье. Висит. Сегодня еще одну стирку закину и завтра последнюю, ну, я так думаю. Если бы больше машинка вылазила, можно было бы быстрее все перестирать. Ой, солнце так глаза светит. Ярко. Что там? ВТБ. Движняк есть? О, как хорошо камера приближает, ну? Тетеньку. Может рассмотреть табличку, что там написано. Да, я шучу. Табличку не возьмет. Ага. Какие-то акции. Мама утром встала, уже акции рассматривает. Распродано. Колбаса и еще что-то. У меня солнце ослепляет глаза. А тут что у нас? Еще какая-то штука. А, понятно. Акции. Ну, сегодня я пойду, наверное, в магазин, потому что у меня опять подсолнечное масло заканчивается. Сахар у нас внезапно вчера закончился. Давно, очень давно такого не было, чтобы сахар закончился. Но мы нашли упаковочку рафинада. В шкафчике была. Поэтому сегодня пойду за маслом, за сахаром. Лука нет. И еще по мелочных надо лучше, конечно, сесть и написать список. Но мне как-то так получается, что я всегда список напишу, и в итоге его все равно всегда забываю. Всегда забываю дома взять. Ну, не всегда, но часто. Детки в школу идут. Нарядные, молодцы. Вот такой вот у нас сегодня денек, ребятки. Тут ласа на солнышке. Ласка. Что тут? Мне тут кресло ломаешь. Заправить надо. Было все тут хорошо. Ты что тут помяла? Ты что помяла? Боже. На солнышке загорает. Да, ласатушка? На солнышке загораешь. Ну, девочка, он уже ротик приоткрывает. Милота у киси, да? Милота. Скажи, мне бы на улице погулять. Мама, отпусти меня на улице погулять. И что? В прошлом году мы ее, это самое, взяли на дачу. Потом нам 4 котятка родила. 4 котятка, но, правда, таких красивых. Даже у Алисы, если честно, таких не было. Такие все разные, такие хорошие. И так всех удачно. В прошлом году всех раздали, всех хорошие руки. Повезло котятам. Да, Лас? Что ты тут показываешь свои прелести? Ой, свои прелести показывает. Ты красивая. Вся такая, она сейчас распушилась. У нее только шерсть стала. Потому что зимой она какая-то одно время такая облезлая была, странная. А сейчас такая прям сбитая у нее шерсть. Какой-то подшерсток такой. Да? Тебя плющит, кошка. Ну. Девочка, ой, какая ты смешная. Ну все, отдыхай, загорай, как в солярии. Вот и папочка проснулся, садимся завтракать. Все как обычно, друзья, бутерброды. Только у папы с салями, у меня сегодня уже салями поперек горла стоит. Сосиску просто разрезала на 3 части.
зелень и грибы маринованные, чаек. И у папы тут еще он доешь, наверное, ты, да? Да, да. Немножко осталось морской капусты, чтобы не стояла в холодильнике, надо докушать ее. Вот так вот и позавтракаем. Такой завтрак. Леночка уже пришла со школы, садится обедать. Ее отпустили пораньше, моя записка сработала, да? Которую я просила отпустить с последнего урока. Ученица просто-напросто сказала классе, что так, Леня, до свидания все-таки. А почему я такая довольная? Пошла в раздевалку, еще в раздевалке у нас зеркало такая. Это всегда круто, когда тебя типа раньше отпускают, да? Я вот так вот сделала прям в зеркало. Да. Что там в телефоне играешь? Да. В игру или что? Да. Да? Ты видела, у тебя на канале подписчики добавились? У тебя уже скоро будет 500 подписчиков. Да? Да-да-да. Я вчера смотрела там, что или 480, или 490. Угу. Канал-то у тебя развивается. Ну, у Лены такой канал там, ну, она себя особо не снимает, да? Какие-то мультяшки выкладывает там. И не только. Не, ну, иногда ты что-то там снимаешь на телефон. Ну, такое особое, потому что времени нет так у нее. Чисто там она просто тренируется редактировать видео. Ну, и пока развивается, пускай подписчики набираются, да, Лен? А потом подрастешь, и ты уже можешь сменить тему канала, уже как-то там повзрослее все это вести, да, Лен? Угу. Все, давай, кушай, Лена, ну, потому что тебе на концерт снова сольный номер. Одну будешь ты играть, да? Композицию. Угу. Такие вот дела. Кушает она суп куриный, который я вчера варила. Очень вкусный такой получился супчик. Не горячий? Нормальный? Угу. Лен, давай бери с хлебом, потому что без хлеба не еда. Сейчас мы тебя отправим тогда в музыкальную школу и пойдем с папой по магазинам пройдемся, потому что яйца закончились. Хлеба купить надо, колбасы. Короче, стандартный набор. Ау! Кушай, ложи телефон. Ладно, все, приятного аппетита. Хорошо. Нехорошо, спасибо. Все, телефон у Лены рассеянное внимание. Да? Все, ладно, не буду мешать, кушай. Оладушки я разогрела, потом доешь. Потому что лежат два несчастных. Никто не может доесть. Угу. Все, пришли с магазина, сумки разобрали. Видео для вас отдельным файлом. Уже выложено, кстати, да, мы быстренько все это сделали, пока там показываем, что купили, и садимся обедать. Лена в музыкальной школе по-прежнему, обед у нас такой, я кушаю суп куриный, который вчера варила, грибы маринованные, папа захотел две сосиски, отварили. Соль, естественно, зелень, это с дачи, петрушка, лук, немножко сала здесь. Для красоты сало. Мы каждый раз для красоты, бляха, ложим сало, да? Да? Мы его вообще-то не едим, оно просто для красоты. Едим мы сало, как и все обычные люди. Майонез, хлеб и чай. Вот такой вот у нас вкусненький обед. Я уже вернулась с музыкальной школы. Как прошел концерт твой? Мы сегодня не ходили на концерт с папой, потому что по магазинам бегали. Ну, тем более там ту же самую вещь, она композицию играла, да? И пришла. Которую не выложили. Она пришла домой и говорит, ой, шарики, как давно я не ела шариков, да? Я просто где? Соня, а ты будешь шарики? А, подожди, сейчас, дайте мне вот секунду. Давай, секунду. Убежала Лена. Куда она пошла? Соня? Сонечка, у нее опухла нижняя десна, там выпало 4 зуба прям посерединке. И сейчас она прям так сильно напухла, потому что вылазят зубки. А вверху Лена видела уже 4 зубика таких, и они такие побольше размером. Вот что такое там? Еще классно, что маску купили. А мы показывали. Да, ты хотела показать? Лене очень. Лене понравился, и мне понравился вот этот морс. Не дергай. Из яблок, та журавлиный. Так, давай смотреть. Очень классный. Ну все, давай. Я тебе чуть-чуть разогрела молоко. Сахара немножко добавь, Лен. Мам, открываем. Добавь сразу сахара, пускай он растворяется. Ну немного, пол ложечки пока добавь. А потом, если что, досыпешь, помешай. Ложи туда ложку, помешай. Все, пускай растворяется, открывай. А, Лена открыла и говорит, что там? Полпачки. Вот наполовину пачки. Я же говорила, полпачки. Ну, открывай. Дай, покажу, вот, короче, какие. Ну, доставай все, что уже. Нет. Или не?
Ой, и Сонечка там так просит, так просит. Надо ей один дать, не? Да. Можно чьи, да? Ну да. Вау. Так тоже хочется. Пираты. Пираты? Кит, да, скелет. Ой, и кошка пришла. Насечка. И Соне, Соне дайте, просит, просит собачка. Собаке? Да. Ты же уже сухомятку кушаешь? Косточку собаке. Ну дай, дай ей. Опа. Погрызть. Ну все, насыпай. Только немного, чтобы они не размочились. По чуть-чуть сыпь себе. Потом будешь досыпать. Ой, да это неудобно. Ну смотри, аккуратно поддерживай, чтобы пакет весь не выпал. Давай, труси. Да ты же, наверное, дырочку сделала. Сделала я. Сделала? Ой, мне ж неудобно одна рука. Ну давай. Ой, я сделала. Давай сыпать. Хорош лопать, давай сыпать. Труси! Тряси! О, вот так. Хорош. Хорош, потому что надо, чтобы они хрустящие были, а потом лучше подсыпай себе. А ну, давай попробуем. Ты ж сахар размешай получше. Ну чё? А, сейчас молоко попробуй. Да не чавкай ты хоть. А выглядит прикольно. Черепушки. Сидичка. И Соне понравилось. Молочки, представь, косточка, молочки. Ну, сюда я еще. Ой, вкусняшка. Ну все, приятного аппетита. Спасибо. Кушай. Я сейчас буду готовить индюшинные сердечки. Такие крупненькие они были. Напополам режу, отбиваю. Замариновала. Соль, перец. Больше ничего не добавляла. Пускай немножко просолится. И буду жарить на сковородке. Такие они получаются, как отбивные. Я буду делать кляр. Яйцо, мука. Леночка пришла с улицы. Проголодалась. Как я говорю, сголоднела. Кушает гречневую кашку, отбивные из индюшиных сердечек. Пробуй и говори как. Что ты мне это сказала, что из индюшиных сердечек? Отбивные, короче. Лена, не перебирай, давай, кушай, оно очень вкусно. Я давно их не готовила, но ты кушала их всегда. Здрасте, ты что? Да. Память потеряла. Потому что они сердечек. Она, Лена просто боится все, что касается внутренности, там печенка, сердечки, там почки какие-то. Ей это страшно, да? Да ладно, я пошутила, это отбивные из мяса просто. На вкус мяса? Да? Ну вот и кушай. У меня тут стирка, я все это самое. Тут на балконе уже развесила эти одеяла. Все, у меня тут даже свет есть на балконе. Тут их, я не знаю, сколько штук. А, два. Ну, короче, завесила весь балкон. Еще надо стирать, но уже негде вешать просто. Мама. Ау. А расскажи-ка, и поэтому он сложенное, все надо в пакет складывать. Расскажи-ка, почему... Боже, ты что, глаза закатываешь, ты что? Почему что? Я сегодня на улицу пошла. Лена, не делай так глаза. А что? Не знаю, ты так закатываешь их. А что ты на улицу пошла? Я не помню, что ты погулять пошла. К тете Жене ты пошла. Я бы не успела. А, что ты уроки быстро сегодня поделала? Боже, я думала, что ты так глаза закатываешь? Еще бы, Лена, Лен, не балуйся. Не стала на ночь оставлять домашнее. Сделала сразу, как только пришла. И поэтому она в восторге от себя. Поэтому закатываются глаза, да? Так, ладно, кушай, потому что я, смотрю, тебе мешаю. И время много, в душе спать будешь. Угу. А мы с папочкой будем позже всегда... Все. Что там твоя губа? А ну. Закрой рот. Да, рот закрой, я сниму. А то сейчас вывалится морская капуста. Ясно. Оно уже такое, как корочка взялось, да? Понятно. Все, ну не балуйся. Давай, хорошо. Кушай. Приятного аппетита. Спасибо. Ну что, вот вечер наступило, время ужина. Лена уже спит у нас, да? Спит, ты проверял? Спит, да. Да, быстро уснула, потому что тоже устает, день насыщенный.
Значит, садимся ужинать. Папа кушает суп, уже майонеза фиганул туда ложку, да? Ну, вкусный действительно суп хороший получился. У меня гречка, отбивные. Папа тоже отбивные поест супчиком. Да, есть надо морскую капусту, грибы. Это уже последнюю все. Когда я вчера делала, я уже баночку мы приговорили, да? 750-граммовую. Да. Соус папин самодельный. В обед не доел. Будет дошкрябывать. Хлеб и чай. Гречку я решила приготовить, потому что я люблю гречку, это раз. Первое. А во-вторых, сегодня мне знакомая подсказала, что гречка гемоглобин поднимает. Угу. Вот. Ну, не знаю, надо в интернете почитать. Ну, вообще, гречка все равно полезная. И садимся смотреть телевизор, эту передачу, которую я уже показывала. Мы смотрим «Вещдок». Серия у нас сегодня «Любовь до гроба». Представляешь? Прикольная передача. Сейчас покушаем и посмотрим. И Ласу снимите, пожалуйста. И Ласу. Ну, конечно, она мучается. Ласа. Кс-кс. Ласа, бедное животное, ее плющит. И Сонька, все, короче, рядом тут. Зверинец у нас. Что, Сонечка? Мама кушать не дает? Ты уже и так как колобочек. Так что такие дела, ребятки. Так у нас прошел день. Всем спасибо за просмотры. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Пока.